На пятый день нашего отдыха мы решили выбраться, пройтись по улицам Белосарайской косы. Мы тут никогда не были, никогда не ходили. Очень, это так интересно. Очень столько уже устали нового. Отдыхать. Отдыхаем пятый день, не выходя из номера. Непогода, дождь, шторм нам не дают возможности выйти даже, пройтись по этим чудным средневековым улицам. Вот такие вот улицы. Да, ладно, сейчас не развернется. Но... И вот сейчас вы видите в заднем, на заднем плане эту улицу. И вот эти средневековые улицы. По этим средневековым улицам мы движемся к центру. Не знаем, дойдем, не дойдем. Что нас ожидает впереди? Мы сейчас все это увидим. Вы слышали? Вы слышали? Гильотина. Странный шум впереди. Но мы смело продолжаем движение. Таня, иди вперед. Иди вперед. Мичка, ты еще не все буду открой. Иди вперед. Вот острый угол. И вот она. И вот она свобода. Везде сдается жилье. Центра не видно, но видно. Но видно тучи. Чертовое колесо видно. И на небе тучи. Почила выезжает какая-то. С Днепропетровскими номерами. И вот мы подбираемся, подходим к центру. И что мы там увидим? Смотрите в следующей передаче. Машу ручкой наследникам, будущему поколению. Привет. В смысле? Мы что, рожаем кого-то? 5 августа. 5 августа, 95 год. И снова 3 сентября. Давай дай мне песню споем. Споем потом. Сыночек, это песня для тебя. На фото я твое смотрю. И снова 3 сентября. Дальше продолжение следующей серии. Продолжение следует. Смотрите, смотрите, не отключайтесь. Мы только что нашли себе дом. Вовочка меня позвала и говорит, смотри, Танюшка, на твои 50 лет я подарю тебе этот красивый шоколадный дом. И вот он. Вот он. Вот он. Вот. Номер телефона звоните. Кто хочет еще приобрести, звоните. Это наш реклам... дом шоколадный. На правах рекламы. Не на правах рекламы. Выключай. И вот мы идем, поедаем корюшку. С голоду не померли. Купили 3 кусочка корюшки. Вот приходится на 5-е сутки выживать. Вально. Выживать. Без холестерина погибаем. Погибаем без холестерина. Хочется уже холестеринчика, а то все на красной икре, на черной икре, без холестерина, но вообще уже невозможно. Атеросклероз, шизофрения. Полная. Полная наступает. Поэтому выбрали рынок, нашли место золотое, там где продаются жареная рыба. Не поверите. Жареная корюшка. Не просто рыба, а жареная корюшка. Это вообще бомба и песня. Это бомба. Теперь нам не грозит шизофрения. Не дышки, слякоть. Холестеринчик мы употребили. Не грозит нам ни шизофрения, ни атеросклероз. И теперь, наконец, мы опять приближаемся к морю. Это там. Это Белосарайская коса 2019. Это с какого-то? Какашляешь уже. Какулы. Проклятые рудники. 5 августа, 6 часов вечера, Белосарайская коса. Легкий ветерок, легкий бриз. На море легкий мороз. На море полный штиль. И мы смотрим сюда, тут как есть. Ну, подержи, пожалуйста. Облака. Ой, что такое? Облака плохо видно. Я никогда только на зала, блин. И вот подходит к завершению наше путешествие круговое вокруг
вокруг жилой зоны, вокруг жилой зоны Белославской косы. Мы подходим к нашему поворотику, прошлись по рынку, прошлись по улицам Белосарайского города, поселка. И теперь вернулись на наш пляжик и возвращаемся в нашу хижину. Вот такую мы вечернюю панораму видим Белосарайской косы. Такое спокойное море. Люди. Хотел бы сказать, как они. Не просто прекрасно. Как они. Недостаточно памяти пишут. Люди просто прекрасны. Люди как они, один слово. Глядящие на вдаль, морскую даль. Пытаются разглядеть светлое будущее свое там. Так вот день подходит к концу. Второй день нашего пребывания на Белосарайской косе. Всем привет! Привет! И вот так заканчивается второй день нашего отдыха. Пипец. Хорошо, что мы никуда не пошли. Это не потому, что камера мутная, это потому, что такой дождь идет и такой ветер. А с утра было так ясно, так красиво. Я не знаю, что это.